В Анапе состоялся турнир по дзюдо в честь героя России Андроника Гаспаряна. 3 марта 2022 года Андронику Гаспаряну присвоили звание Героя России с вручением знака особого отличия золотой звезды. На СВО Андроник отправился в первый ее месяц. Он также активно участвовал в налаживании мирной жизни Мариуполя и других городов, освобожденных от украинских нацистов. Сослуживцы и те, кто лично знаком с Андроником, говорят о нем так. Это опытный командир, который сделает все для выполнения задачи спасения своих бойцов в любых самых жестких условиях. Стойкий, мужественный, но при этом очень скромный. В спортивном комплексе «Победа» села Сукой юные борцы показали высокие результаты и мастерство, а также волю к победе. В мероприятии приняли участие более 160 юных спортсменов из разных уголков нашего края. Почетными гостями стали заместитель председателя Совета Анапы Владимир Пономарев, председатель городского совета ветеранов Александр Смирнов, руководитель боевого братства Вячеслав Бабунц, директор медиакомпании 39-й канал Борис Макаровский, а также председатель правления Центра армянской национальной культуры Руслан Каграманян, а также представители героя.